Участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре в этом году стали более 100 человек. Для юных спортсменов 10 и 11 классов это повод показать себя и свои способности. Сегодня участников ждали непростые задания. Каждый прошел теоретическое тестирование. Он ориентирован и направлен на выявление теоретических знаний и уровня подготовленности в области теории физической культуры и спорта. Потому что без теоретических знаний никогда и ни спортсмен, ни человек, занимающийся спортом, не достигнет наиболее высоких результатов. Для представителей команд организаторы провели круглый стол. Здесь рассказывали о правилах судейства, о правильной подготовке участников к Олимпиаде и особенностях гимнастики. Важным этапом для каждого участника стало показательное выступление по гимнастике. По словам спортсменов, подготовка к региональному этапу потребовала немало усилий и терпения, ведь каждое упражнение должно быть выполнено правильно. Мои тренировки проходили в школе, мы занимались гимнастикой, бегали, если будет атлетика легкая. Потом баскетболом я занимаюсь, на тренировки хожу, и кидал много очень штрафных. Ну, в принципе, основной упор мы делали на гимнастику и на теорию. Я тренировалась баскетболом, гимнастикой. Гимнастика мне давалась легче, чем баскетбол. Баскетболом я не занимаюсь, только на уроках физкультуры. А гимнастика у меня есть растяжка вполне хорошая. Я ожидаю, что я попаду хотя бы в призеры. Я сделаю шаг вперед для себя, открою для себя новые вершины. Юноши и девушки представили акробатические упражнения. За каждый выполненный элемент – определенный балл. В любых соревнованиях должны быть победители, и Олимпиада не исключение. В спортивном комплексе БКПО имени Мифтахиддина Акмулы состоялась торжественная церемония награждения лучших. Победитель стал Урматов Вадим Эдуардович. Давайте поднимем руку, девятиклассник. Ну, очень хорошие. В этом году, несмотря на то, что задания идут посложнее, на некоторых предметах меняется формат заданий, но дети справляются. Очень хорошие результаты идут, очень хорошие баллы идут. И мы надеемся, что по баллам дети наши выйдут на заключительный этап в большем количестве, чем было в прошлом году.